Всем здравствуйте. Пришла посылка из интернет-магазина «Подворье». Заказывали клематисы. Вот, 4 штуки. В основном это витицелла и один интегрифолия Blue Pirouette. Вот, Wonderful. В 2-литровом горшке. К упаковке никаких претензий, как говорится, нет. Вот есть росточек даже. Вот. Я его уже вскрывал. Этот посылку. Так, это у нас I am Lady J. Витицелла. Колокольчатой формы цветки. Почка есть. Корневая тоже неплохая. В принципе, стандарт 4-5 корней должен быть. В принципе, нормально. Так, следующий у нас Blue Pirouette. Я их заранее разрезал. Так, здесь даже две почки. Тоже корневая. Хорошая. Ну, росток один, верхушка обломала. Ну, это ничего страшного. Так, это у нас интегрифолия. Blue Pirouette. Невысокий, до 175 сантиметров. Цветки синие, фиолетовые окраски. На длинных цветоножках можно срезать в букеты. Стоит долго, лепестки очень плотные, кожистые, поэтому срезки стоят долго. Так, вот последний клематис. Ну, здесь нет ничего. Это у нас Генриетта. Тоже витицелла. 4 корешка. Вот вопрос. Зачем суют такие укорененные черенки, у которых даже нет набухших почек? Прекрасно было видно, что этот клематис не жилец. При этом стоимость его почти 700 рублей. За вот эту кучерышку. Ладно, те, которые с набухшими почками, проросшие ростки, да. Но здесь вообще ничего нет. И, скорее всего, дохляк. Клематис красивый, да. Но большой минус. Больше в подворье клематиса я заказывать не собираюсь. Так вот. Черенки очень дорогие, по 700 рублей за штуку. А суют, откровенно говоря, не очень хорошего качества. Все, всем спасибо, до новых встреч.